Друзья, всем привет! И сегодня у нас в обзоре проект, который называется Human Coin. Это синергия благотворительности, e-коммерции и криптовалюты на базе блокчейн. На сегодняшний день индустрия благотворительности сталкивается с рядом проблем. Это недоверие, сложности трансграничных платежей при осуществлении пожертвований на зарубежные проекты, отсутствие преимуществ в благотворительности. Для решения этих проблем Human Coin предлагает интегрировать на базе блокчейн три активно развивающихся отрасли. Это благотворительность, e-коммерс и криптовалюты. Преимущества, которые предоставляет технология блокчейн и связанная с ней B2B интернет-платформа. Устранение посредников. Банки, госорганы, юридические фирмы. Также это решение проблемы доверия благодаря цифровому механизму записи и просмотра любой транзакции, что обеспечивает прозрачность, отслеживаемость и безопасность. Решение проблемы целевого использования средств благодаря автоматизированным смарт-контрактам. Получатели смогут использовать средства после выполнения обязательных условий. Все эти блокчейн-преимущества будут способствовать росту рынка благотворительности и переходу его на новый уровень. Преимущества от синергии трех рынков. Общая стоимость трех благорастущих рынков благотворительности, e-commerce и криптовалют уже сегодня составляет более 3,5 триллионов долларов. Симбиоз этих рынков будет способствовать увеличению числа участников благотворительных проектов. Благодаря блокчейн-решению вся информация о поступлении и движении пожертвованных средств будет доступна любому человеку, желающему сделать пожертвование, либо компании, которая поощряет подобные действия определенными льготами. Сочетание программ лояльности потребителей с индустрией благотворительности позволит создать сильнейшую эмоциональную привязанность клиентов к бренду. Будущее электронной коммерции – это полная персонализация предложения, а блокчейн – одна из драйверов дальнейшего развития. Среди партнеров проекта будут крупные интернет-магазины, сервисные компании, игровые и развлекательные индустрии, авиакомпании, криптообмен, международные корпорации, независимо от того, работают ли они с криптовалютами или нет. Главные преимущества проекта. Human Coin – это революционный проект во многих отношениях, который имеет ряд уникальных преимуществ, которые вдохнут новую жизнь в благотворительную отрасль. Human Coin не требует от доноров использовать токен Human для пожертвований. Токены Human легко конвертируются в баллы. Комиссия на Human Coin будет составлять всего 5%. Вместо того, чтобы конкурировать с существующими программами, платформа будет фактически создавать партнерские отношения с ними. Также проект предлагает два варианта внесения пожертвования. Это доноры, которые могут напрямую выбирать проекты, или через Human Pool. Это список проектов, где будут автоматически выбраны проекты с высокими рейтингами. Какой же функционал платформы? Платформа будет осуществлять распределение проектов по категориям и подкатегориям. Также будет содержать различные механизмы ранжирования и онлайн-голосования, информацию о результатах юридической и финансовой проверки проекта. Также в платформу будет интегрирован кошелек с функцией конверсии валют, плюс будет возможность переводов на разные языки. Также платформа будет содержать мобильные приложения, встроенный мессенджер, трекинг расходов, средств и онлайн-отчетность. Удобный дашборд с индивидуальными настройками для пользователей. В заключение хотелось бы сказать, что проект действительно весьма добротный, и благотворительность от этого только выиграет. Это был краткий обзор проекта Human Coin, а с вами мы увидимся в следующих обзорах. Всем пока!